Добрый день, уважаемые зрители, с вами Александр Котин. Начинаем краткосрочный волновой анализ валютных пар и золота. Итак, прошу вас отреагировать на начало трансляции. Жду от вас плюсы в чат, это будет означать, что вы меня видите и слышите. Итак, пока никто не реагирует. Итак, хорошо ли меня слышно? Должно быть лучше. Итак, начинаем. Переходим на графики. Хочу напомнить, что я делаю обзор по плану, потом отвечаю на ваши вопросы. Итак, мы начинаем с евро-доллара. На дейли мы видим, что у нас продолжается нисходящее движение. Пробили минимум января. И потенциально мы можем уйти даже вот в данную целевую область, которая у меня выделена на дневном графике. И потенциал для падения, он еще присутствует, так как внутри формирующегося импульса там нарастает движущая сила. То есть мы видим, что вот даже если мы вот так посмотрим на 4 часах или там на 2-часовом, на 3-часовом графике, будет видно, что в данном импульсе формируется только третья волна, то есть она еще даже не завершилась, и потенциал для дальнейшего падения здесь есть. Ну, не исключено, что там может, конечно, внутри дня быть какая-то небольшая коррекция, но, скорее всего, дальнейшее падение тут будет. Британский фунт. На дневном графике, вероятно, формируется первый коррекционный импульс. А может быть и полностью коррекция сформировалась уже, может и такое быть, потому как в принципе она дошла до 23,6 от предыдущего движения. И то, что мы видим уже на 4 часах, ну вот обратите внимание, что мы подобрались к уровню 1,5224, это максимум предположительно первой волны в данном импульсе. С другой стороны, можно посмотреть вот таким образом и сказать, что ну, возможно тут импульс-то и закончился. Но не в этом суть. Суть в том, что то, что мы видим сейчас, и мы это и должны оценивать, нас больше будет интересовать то, что происходит вот в данном движении, то, что у меня выделено линиями, это импульс, первый импульс в новом импульсе. И, соответственно, вот отсюда, вот здесь он завершился, после коррекции развивается еще один, то есть очень возможно, что тут формируется нисходящее движение. Ну, может быть, это и коррекция предыдущего движения. Пока сказать это сложно, но тем не менее потенциал мы видим, что здесь есть для дальнейшего падения. И мы видим, что мы уже и пробили и целевую зону, и подбираемся вот сюда. То есть к 1.52.24. Это как раз таки, если мы говорили о том, что здесь у нас там первая, вторая и третья волна, мы ожидаем четвертую. Четвертая у нас не пробивает максимум первой. Но как бы если бы она там останавливалась, то тогда были бы здесь признаки завершения. А там их нет. Это означает, что вероятно мы идем еще ниже. А во что это потом сложится и какие это будут волны, это уже другой вопрос. Не сейчас это нужно знать. Нужно это оценивать по факту, когда уже все будет видно. Вот. Сейчас мы должны сказать, точнее ответить только на один вопрос. Завершился импульс или нет? Импульс не завершился, нисходящий. То есть потенциал для дальнейшего движения вниз у него присутствует. Даже если мы говорим о том, что возможно здесь формируется и новое нисходящее движение, то тогда нам нужно его оценивать уже вот с такой позиции, что у нас был импульс, была коррекция, первый импульс в новом импульсе и так далее. То есть в итоге на, допустим, там, часовом графике, где мы будем видеть 124 бара, мы увидим, что на САУ нарастает и потенциал все-таки для дальнейшего движения вниз есть. Строить какие-то цели пока я не буду здесь. По швейцарцу у нас дальнейший рост, как и предполагалось до этого. То есть вот у нас формируется импульс на двухчасовом графике. 102 бара. Это очень возможно, что это завершающий импульс вот, движения большего порядка. Что такое быть? Вот оно. Потому как уже в таком масштабе мы здесь видим порядка 140 баров на 6 часах и видим дивергенцию. Это означает, что если мы движемся в данную целевую область, то вполне вероятно, что в импульсе от 20 февраля у нас формируется только третья волна.
Это означает, что потенциал дальнейшего движения у нас есть. Дальше, если мы оцениваем то, что мы видим на двух часах, мы видим, что у нас максимальная движущая сила, это означает, что вероятен и дальнейший рост. Австралийский доллар пока не совсем ясная ситуация, но так как на дейли вполне возможно, что завершилось движение, не факт, что оно продолжится, но пока и для дальнейшего, как бы, для наметившегося роста тоже нет, скажем так, какого-то потенциала. Хотя, если мы смотрим на часовик, то мы видим, что здесь достроился импульс, то есть он формировался, хотя лучше, конечно, его смотреть и на 20-минутном где-то графике, вот так вот. Он формировался здесь достаточно долго для краткосрочного импульса, то есть 2 дня практически. И дальше мы видим целевую область, которая находится между 38,2 и 61,8. Ну, у меня сетка стоит кверх ногами, но суть понятна, потому что хоть уровни симметричные, в данном случае я искал здесь потенциалы для роста в новом движении. То есть, если здесь у нас завершилась коррекция, и тут у нас происходит попытка дальнейшего роста, то очень возможно, что из данной целевой области мы можем рассматривать покупки. Хотя дальше, если там у нас будет пробиваться 38,2, ну, в смысле 61,8, давайте, чтобы не путаться, я переверну. Если у нас 61,8 будет пробиваться уже вниз, то бывает такое, что и коррекция происходит и до 76,4, но при дальнейшем движении тогда уже рассматривать нужно другой вариант развития событий. Пока вот так. То есть пока я бы сегодня рассматривал возможность завершения коррекции этого импульса и возможность для входа в новое восходящее движение. По иене опять же такая же неопределенная ситуация, то есть пока я рассматриваю то, что коррекция на дейли не завершилась, и то, что мы видим, допустим, там на 4-часовом графике, вот здесь был предположительно нисходящий импульс, и если мы говорим, что это его такая глубокая коррекция, то у нас возможно начнется новое движение вниз. Однако, если вот от данного максимума посмотреть, что внутри происходит, то тоже будет полноценный импульс. Вот он. Его будет прекрасно видно где-то на 15-минутном графике. И дальше уже можно будет рассматривать то, что вот это коррекция этого импульса. И очень вероятно, что может быть вход. Но в этом случае, вход вниз я имею в виду. В этом случае нам нужно выделить два вот этих движения и сказать, что они из себя представляют. То есть не являются ли они началом нового восходящего движения. В данном случае нужно каждый из этих импульсов открыть в масштабе. Но вот это явно не один импульс, это два импульса. То есть, вероятно, это может быть волной А. То есть, если мы говорим вот так, что это у нас A, B и, вероятно, C. А волна C у нас, она всегда практически всегда полноценный пятиволновой импульс. Поэтому мы вот сюда заходим, и здесь мы увидим следующее. Здесь 102 бара, здесь мы увидим вот максимальная движущая сила, вот ход через 0, и вот был первый импульс в этом движении. То есть 1, 2, 3, 4 и 5. Если эта волна завершилась, если вот этот импульс закончился, то тут у нас есть дивергенция, и внутри последнего движения тоже дивергенция есть. Но с учетом того, что надо еще открыть вот так, посмотреть в последнем импульсе, если завершение, а там, похоже, его нет, она может еще вот этот максимум обновить, прежде чем здесь что-то начнется, какое-то движение. Хотя, если вот так смотреть, вот так оно выглядит завершенным. Это уже очень мелкие таймфреймы. Вот. Поэтому стоит понаблюдать за этим движением. Не исключено, что здесь может быть вход сегодня на продажу. Очень может быть. Канадский доллар на дейли мы видим коррекцию, которая вполне вероятно завершилась. Ну вот вчера, то что произошло вчера, вчера была попытка роста, но эта попытка роста и обновление вот этого максимума, она завершилась дальнейшим снижением, но минимум вот
импульса, который у меня выделен красной линией, да, на которой у меня настроена здесь сетка Фибоначчи, этот минимум, прошу прощения, пробит не был. И, так, сейчас уберем сетку большего масштаба, чтобы она не мешала. И посмотрим вот на часовике еще раз. Вот, то есть практически до 76,4, даже чуть поглубже, произошла коррекция данного, предположительно данного импульса. Она пробила целевую область. Но бывает такое, что если вдруг это первая волна нового движения восходящего, это вторая, ну вторая может первую корректировать чуть ли не до 100%. Нормальная ситуация. Я обычно обозначаю зону целевую 38,2-61,8 как, скажем так, стандартную, наиболее вероятную целевую область, но бывают коррекции и глубже. То есть, если мы говорим о том, что данная конструкция у нас как А, Б и С, а это скорее всего так, потому что если каждый из этих импульсов рассматривать отдельно, то здесь у нас будет два импульса, а тут один полноценный. Вот обычно бывает такое, что волна А, которая состоит из двух импульсов, она может вызвать ощущение того, что эта вся коррекция закончилась. Но нужно внимательно смотреть на то, что начинается. Потому как в данном случае, вот в этом движении, тут явно нет полноценного импульса, здесь импульса 2. После этого идет, естественно, полноценный импульс вниз, который прекрасно видно на 5-минутном графике или там на 4-минутном. Там, где, в общем, будет 100 баров, минимум даже 3 минуты придется взять. Вот. И то, что мы сейчас видим, тут уже есть импульс, коррекция, и, вероятно, развивается еще движение вверх. Вот. Поэтому не исключено, что отсюда может начаться новый импульс, и его потенциал уже может быть выше вот этих значений. Канадский доллар я сегодня более подробно вам разобрал. Так, новозеландский доллар. На дейли у нас, вероятно, тенденция нисходящая завершилась. Завершился коррекционный импульс. То, что мы видим на 4 часах, очень возможно, что восходящее движение новое возникает. Особенно нужно смотреть, что происходит вот здесь. Открываем это на часовике примерно. Здесь у нас видно... А видно здесь следующее. Мы отработали целевую зону и произошла попытка нового роста. Нужно оценивать вот этот импульс и смотреть, не получается ли так, что это импульс и он сейчас корректируется, и не факт, что не будет здесь входа нового вверх. Может и такое быть. Оцениваем вот таким образом. То есть берем где-то примерно 30-минутный график. И что мы здесь видим? Здесь мы не увидим характерной картины, в которой будет максимальная движущая сила. Это означает, что вот это вот движение никак не может быть полноценным импульсом. То есть это скорее всего А, Б и С. То есть если это А, Б и С, то вероятно надо смотреть уже обратно вот сюда и наблюдать за тем, что действительно мы вот этот максимум не обновили. И очень вероятно, что здесь может развиться новое нисходящее движение. Вполне возможно, которая уже будет уходить либо обратно в эту целевую зону, она уже туда пришло, либо уже за эту целевую зону. Вот тогда придется вернуться к предыдущей разметке и подумать о том, не является ли вот эта коррекция уже всего вот этого импульса, не является ли вот это движение полноценным импульсом, который действительно здесь был и он начал корректироваться. В этом случае нужно еще вот сюда зайти обязательно и посмотреть, есть ли там потенциал дальнейшего снижения, что вот в этом импульсе происходит. Открываем где-то примерно минут 5, и мы видим, что этот импульс еще не закончился, несмотря на то, что якобы здесь есть приближение к нулю и тому подобное. Но когда импульс достроится, вы его уже будете смотреть на 6 часах, где будет 102 бара, будет на 6 минутах, прошу прощения, на 10-минутном графике, где будет уже на тот момент какое-то другое количество баров, ну или то как раз таки необходимое количество баров, которое будет нужно для анализа. И мы увидим, что здесь АОТа нарастает, движущая сила нарастает. Это означает, что здесь импульс нисходящий формируется. И вот в этом случае нужно будет подождать. Пусть он скорректируется, и вот тогда его можно будет
тогда его можно будет, наверное, рассматривать для покупок. Это пятый MetaTrader. Все здесь уже есть. Это вам, пожалуйста, в справку заходите, там все написано. Сегодня семинар не об этом. И вот. Дальше идем и смотрим золото. И смотрим, что у нас происходит вот тут. То есть тут у нас формируется нисходящий импульс. Очевидно, что этот импульс еще не завершился, потому как здесь надо брать 6 часов для того, чтобы вот максимум до текущих значений у нас было 100-140 баров, в данном случае их 120. Это означает, что не исключено, что коррекция все-таки не закончилась. А если даже она завершилась, то тогда потенциал дальнейшего снижения, он, на мой взгляд, небольшой. Как минимум обновление вот этого значения 24 февраля. И тогда может этот импульс и завершиться. Вот тогда нужно будет ожидать его коррекции и рассматривать возможности там для дальнейших продаж. Пока нет. Пока я бы не стал ничего с золотом делать, потому что, в принципе, оно торгуется лучше всего среднесрочно, чем там внутри дня. Потому что вот откроете 30-минутный график, тут мало что будет понятно, в принципе. Но на часовике более-менее там будет импульс, вероятно, коррекция этого импульса, а может это и развитие нового импульса. По крайней мере, то, что мы видим на 6 часах, нам говорит о том, что очень возможно, что четвертая волна в этом импульсе завершилась, потому что у нас есть минимальные требования для четвертой волны, и есть, уже уход через ноль, то есть обратно в отрицательную зону, что, вероятно, говорит о развитии пятой волны. А что мы видим по серебру? По серебру картина такая же, то есть еще как бы коррекция не усилилась, и, вероятно, формируется еще импульс. То есть тут нужно брать просто еще меньшее количество баров, то есть где-то вот так 123, и смотреть уже. То есть в данном случае, ну, продавать, на мой взгляд, невыгодно. Тут надо подождать, пока она либо скорректируется, пока серебро либо скорректируется, либо, соответственно, будет обновлять минимум и пойдет там в новую коррекцию. Так, идем дальше. Вы уже можете начинать писать вопросы. На евро завершилась пятая волна в импульсе. Нет, ничего там не завершилось. Там потенциал для дальнейшего падения еще очень большой, вплоть до единицы. По рублю. По рублю ситуация следующая. Я жду от вас вопросы в чат, пока вот я заканчиваю с рублем и нефтью. Ситуация следующая. Сформировался импульс, началась его коррекция. Очень возможно, что данная коррекция еще не закончилась. Не исключено, что мы можем и в данную целевую область прийти. Но по завершению данной коррекции очень возможно, что может и дальнейшее движение быть вниз. Вот. По нефти ситуация следующая. То есть вчера появилась еще одна волна, то есть вот у нас был импульс, вот этот, и далее он скорректировался вот таким образом, ну, практически там до 76.4 вот от этого движения. И здесь произошел явный отскок, что говорит о том, что это А, Б и, вероятно, С завершилось здесь. Не исключено, что может начаться дальнейший рост уже с потенциалом обновления максимума от 27 февраля. На евро завершилась пятая волна в импульсе? Нет. На евро ничего там не завершилось. Там вот открывайте вот так вот. Вот отсюда смотрите, откуда импульс начался, от 19 числа. И берете 3 часа вот так вот. Берете 2 часа, потому как сейчас масштаб для данного импульса, вот он, двухчасовой, 120 баров. И вы видите только первую дивергенцию здесь, которая говорит о том, что здесь только третья волна в самом разгаре, которая еще не закончилась. Потом-то вы будете брать 3 часа, и вы уже будете видеть вот эту картину, когда вот, ну там, ближе к концу недели примерно, на следующей неделе. И вы увидите, что здесь была одна дивергенция, вторая дивергенция. Это все подробности третьей волны импульса.
никакой ни четвертой, ни пятой здесь нет. Поэтому вот эта волна, она еще не закончилась. Потенциал для дальнейшего падения есть вплоть там до 1.0618, а может и до вот этого уровня. Это уровень где-то близок уже к уровню паритета, то есть 1 доллара за 1 евро. И такое может быть, потому как потенциал тут видно. Так, фунт к новозеландскому доллару. Ну, сейчас мы переходим к ответам на ваши вопросы. И, пожалуйста, можете писать в чат вопросы. У нас с вами есть еще время. Фунт к новозеландскому доллару. Так, мы возьмем дневной график для начала, либо там недельный, потому что нужно видеть как бы общую картину. Здесь, если я не ошибаюсь, мы говорили о том, что вероятно у нас сформировался импульс, который скорректировался, а вот теперь внимание все вот сюда. То есть, если это импульс действительно недельного графика, то какая-то коррекция его была слабоватая. Вот, то есть... Не исключено, что в данной коррекции только сформировалась волна B, и может еще начаться волна C. Ну, давайте посмотрим, сделаем это следующим образом. То есть то, что мы видим на недельном графике, вероятно, это полноценный импульс, в котором как бы в новом каком-то движении может быть вверх. Но пока это не суть, важно вот что. Важно посмотреть, где тут была целевая область. Ну, она, кстати, была отработана. Но может быть и так, что это только волна А в ней завершилась. Такое бывает. Особенно, когда развиваются плоские коррекции, где практически все волны они будут равны. Там А, Б там, и С. Ну, вот завершение, которое вот здесь произошло без обновления максимума, как раз-таки и может об этом говорить. Потому как внутри этого движения явно просматриваются два импульса. Вот они. То есть здесь нет полноценного пятиволнового движения. Вот прекрасно можно открыть на 4 часах, и видно, что был один импульс, выделен линией. И вот он был второй импульс, который тоже выделен линией. Сейчас черный. Поэтому то, что здесь происходит, как бы если мы говорим, что вот отсюда, вот от этого минимума, у нас развивается там 1, 2, там 3, 4, что-то это уже никак не 4. Это уже как-то очень сильно. Хотя, да, четверки бывают такими, что они занимают от всего импульса там, до 70% по времени. Бывает и такое. Но нельзя исключать того, что тут может еще волна С развиться. Поэтому, когда мы будем анализировать сейчас вот это движение, нужно обратить внимание, что оно, скорее всего, не будет иметь формы импульса полноценного. То есть, даже не походит на начало какого-то импульса. Оно может походить там, на А, Б и С. Вот давайте посмотрим. Здесь вот 131 бар. И мы видим, что в данном случае АО у нас нарастает, а коррекции могут завершаться без дивергенции. Это нужно тоже понимать. Чаще всего это именно так и происходит. Но вот если мы предположим, что в данном случае формируется здесь не импульс, а формируется здесь нечто вроде как А, Б и С. Да? То есть вот где волна А, она состоит из двух импульсов А, Б и С. И потом волна Б. А, Б и С, и волна С формирует полноценный пятиволновой импульс. Да? То есть в данном случае структура вот этого движения, она нам говорит о том, что не формируется здесь все-таки импульс нисходящий, а возможно это все-таки четвертая волна данного движения. То есть вот так. Поэтому нам нужно оценить то, что происходит вот здесь. Сделать это можно только открыв это движение на где-то примерно часовой график взять. Здесь будет 155 баров, взять 2 часа, где будет вот что. То есть, если мы говорим, что в данном случае развивается волна С, вот в этой коррекции, которую мы видим на 4 часах, вот давайте я ее размечу, чтобы было понятно. И потом, когда мы к этой паре вернемся когда-нибудь, мы уже оценим, что это будет такое. Хотя зря эту линию убрал. Так просто информативнее, когда мы понимаем, откуда импульс у нас начался. И дальше мы видим, что здесь происходит. А здесь, скорее всего, только 1, 2 и 3. Поэтому я не исключаю того, что в данном случае вот в этой волне С может развиваться четверка.
При условии, что тут вот эта третья волна завершилась, ее же тоже можно разложить. То есть вы увидите сейчас, что вот здесь есть полноценный импульс. Вот в этом движении. Вот он, 147 баров. И на часе вы увидите здесь несколько дивергенций. Просто баров будет мало, и здесь не будет переворота через ноль явного. Но он тут есть. При рассмотрении вот так вот. Если построить, тут построить надо примерно минут 40 графика, тогда будет видно, что вот это останется, а вот это уйдет. То есть вот тут и была, значит, четвертая волна вот в этом импульсе. А вот отсюда у нас новый импульс идет. И вот то, что сейчас развивается здесь, это, скорее всего, четвертая в третий. Поэтому не исключено, что... так, вот здесь сколько у нас баров? 145. А на часовике будет гораздо меньше. Здесь будет 72. Не исключено, что даже на часе может быть переворот через ноль. Хотите, можно дальше это все анализировать. И можно рассмотреть вот это движение даже без проблем. То есть хоть вплоть до 5-минутного графика. Тут будет все структурировано и видно. Это явно два импульса, то есть А, Б и С. То есть это означает, что если вы хотите данной парой торговать, это фунт к новозеландскому доллару, то не исключено, что здесь может развиться вот еще импульс, который будет, может точнее обновить вот этот минимум. Причем в данном случае, если найти вход вообще с какого-нибудь очень мелкого таймфрейма, то можно зайти с очень коротким стопом. Вплоть там до 20-10 пунктов. Вот так. Дальше идем. Австралиец к новозеландцу. Ну, здесь мы говорили о том, что вполне мы будем обновлять минимум. Вот это и произошло. В данном случае то, что мы видим на дейли, это завершающийся импульс, в котором, вероятно, вот это была четвертая и пятая волна, вот дивергенция между ними. И, вероятно, в этом импульсе, в последнем, там такая же ситуация. То есть там вот на 4 часах, на 6 часах мы видим 1, 2, там 3, 4 и вот она 5. И вот смотрите, что все эти закономерности, они прекрасно работают. И когда вы откроете вот это движение, то есть как бы в пятую, в пятой зайдете уже в масштабе, в правильном, вот в таком, где будет там 100-140 баров, а в данном случае 149. Ну возьмите, постройте 90-минутный график. Ну подожмется это все, но вот это-то останется. И это будет говорить вам о том, что в данном случае это полноценный импульс, которым была первая волна, вторая волна, третья, четвертая и пятая. Она обновила минимум. Внутри тоже, скорее всего, есть завершение, если зайти еще на порядок глубже. И в данном случае не исключено, что формируется новая, либо смена тренда будет происходить. Чуть попозже это будет видно на дейли, да? Либо будет коррекция данного импульса. Все зависит от того контекста, в котором находится вот уже этот импульс на недельном графике. А он в следующем контексте. Сейчас покажу. Надо взять месяц для того, чтобы это определить. Либо взять 2 недели. Вот двухнедельный график построить, и будет видно. Потому что можно вот так вот смотреть и сказать, что это 1, 2, там, 3, 4 и 5. А нужно проверить, является ли вот эта вот пятая волна пятой волной всего импульса, или эта пятая волна в третьей волне только была. Вот это важный момент, потому что дальше-то нам нужно будет уже понимать, что происходит. То есть, если на месяце у нас-то формирующийся импульс, либо завершенный импульс, хотите, мы построим двухнедельный график, это не проблема. Главное, чтобы у меня котировки были прогружены в четвертом метатрейдере. Иначе просто смысла в этом нет. А прогружать их долго. Так, это у нас экзотика получается, что ли? Или миноры? Ага. Можно построить двухнедельный таймфрейм. Это надо взять вот недельный график, умножить на 2. Умножить на 2 и... соответственно, открыть автономно. Вот компьютер думает. Сейчас, минутку. Ага, 2 недели. Вроде получилось. Никаких разрывов вроде нет на нем. Это говорит о том, что вполне вероятно, что все прогружено. Только тут какая дата у нас? 26 февраля. Это означает, что... А, ну да, это двухнедельная свеча началась в это время. Вот здесь у нас сейчас 105 баров.
Если мы даже в таком разрешении видим переворот здесь через 0, это означает, что все-таки это импульс завершенный. Все-таки он закончился. Потому что там у нас было 200 баров, а здесь 100 с небольшим. Вот и все. И теперь, если мы говорим, что вероятно закончился вот этот импульс, закончился вот этот импульс, закончился импульс вот этот еще на порядок, на два порядка глубже, то не исключено, что, конечно, так далеко загадывать нельзя, что мы можем увидеть какую-то коррекцию в данную область целевую. Это всего лишь предположение, потому как самый лучший способ торговли в данном случае будет следующий. Мы дожидаемся, пока здесь сформируется импульс в противоположную сторону, и уже ждем его коррекции, чтобы с этой коррекции заходить в покупку. Вот так. Идем дальше. Ну, опять же, всеми фишками делиться на бесплатном семинаре — это, как говорится, не камильфо, но вот. Возможно, на среднесрочных торговых идеях сегодня мы какую-нибудь ситуацию такую интересную разберем. Если помните, в 12.30 сегодня я провожу семинар «Среднесрочные торговые идеи», и там мы разбираем не только текущую ситуацию по рынку, мы еще там, я там еще показываю примеры сделок, и 10-15 минут мы уделяем какой-то теме из планирования торговли. То есть обычно мы говорим там о том, что как там торговый журнал вести, как в прошлый раз мы вроде как говорили о введении позиции и так далее. Ну, сегодня, опять же, эту вероятную тему определите вы. Вот. И я ее буду раскрывать. Как вы понимаете, что это чистая импровизация. Я к такой теме не готовлюсь, но так как у меня есть определенный опыт, я этим опытом делюсь. По фунт иене я бы пересмотрел вообще все. То есть прям взял бы вот так раз и открыл бы на дневке. Вот если вы возьмете дневной график, вы увидите, что действительно здесь сформировался импульс. И то, что мы принимали как бы за первую волну в новом движении, вероятно, это все-таки пятая волна вот этого движения, то есть всего импульса. Как бы вот на 4 часах открыть, ну, здесь будет 110 баров, вполне возможно. И я бы, наверное, ожидал здесь коррекцию. И вот так, это не то я взял, надо сетку. С этой коррекцией уже потенциал входа будет гораздо интереснее. То есть, когда она завершится, ну, когда-нибудь, не сегодня и не завтра, явно на это понадобится еще там недели две, наверное, может больше. Но и потенциал для торговли и для входа отсюда будет неплохой, я так думаю, потому как если мы имеем импульс порядка там 900 пунктов, то не исключено, что следующий импульс, который может из этой целевой зоны развиться на дневном графике, может быть и каким-то более интересным даже по длине. Вот. Поэтому я бы, наверное, подождал. Да, вот в данном случае вот эта пара и то, что на ней происходит, она, на мой взгляд, опять же, подходит больше для среднесрочной торговли, чем для краткосрочной. Краткосрочно, конечно, можно здесь посмотреть на то, что, ну, вот импульс-то последний тут закончился на часе, дальше был уже первый импульс в новом движении, коррекция, вот она, два импульса внутри, видно даже так, вот с часовика, не открывая их в масштабе, и новое движение пошло, то есть, вероятно, это А, Б и С формируются. Ну и подождите, пока она закончится, и тогда вы зайдете, импульс-то вот этот еще не завершился, и тогда вы зайдете с очень хорошим потенциалом, в данном случае нет. Он не закончился еще. Он может дать коррекцию и еще движение вниз. Вот так вот. Ну что, какие еще есть вопросы? Если вопросов нет, мы на этом с вами закончим. Итак, я вижу, что вопросов больше нет. Тогда на этом у меня все. Мы с вами встречаемся в 12.30 на среднесрочных торговых идеях. А я на этом заканчиваю, желаю успехов. До новых встреч.